Это опять молодежная модель Ева Бьен, вот в таком белом золотистом цвете. И опять же я говорю, что все-таки эта модель молодежная. Эта модель украшательская, и белый цвет это не базовый цвет, это цветное считается белье. И, конечно, белый цвет летом, он смотрится потрясающе круто. Здесь трехсоставная чашка, она даже четырехсоставная, и четырехсоставные чашки, вы знаете, что они имеют очень хорошую поддержку. И тем не менее, это белье не профессиональное, это белье для украшения женщины. И украшением являются также здесь и трусы. И если вы берете такой бюстгальтер, я просто рекомендую, купите к этому комплекту обязательно трусы. И вообще, к любому комплекту, который идет не как базовое белье, а как белье для романтического вечера, для красивой обстановки, для самоудовлетворения. Много есть поводов надеть вот такое красивое белье. И, конечно, к такому белью должны быть трусы, потому что это предполагает комплект. Если вы, допустим, покупаете бежевое белье или черное, здесь вы можете миксовать там либо, допустим, утяжки, либо другие какие-то трусики, то здесь нужно покупать комплектом, потому что это белье для украшения. Модель называется Трезор, летняя, очень легкомысленная, придающая настроение.